Подошли к завершению праздники и святки. Начались рабочие будни. В народе говорили: «Креститель пришел, все праздники увел». Но в народном календаре название этого дня как нельзя лучше соответствует дню недели. Потому как называется эта дата Иван Бражник. А в народе ее еще называли Зимний Мясоед или Ленивый день. По традиции, 20 января на Руси всегда варили пиво. Потому день и называют Иваном Бражником. А еще период с Ивана Бражника до Масленицы называют малой свадебной порой. В это время женихам можно было засылать сватов к невестам и играть свадьбы. На Иванов день запрещена всякая тяжелая работа по хозяйству. В основном сегодня народ устраивал посиделки, за что 20 января и прозвали ленивым днем. По народным поверьям, нельзя сегодня умываться. Тот, кто запрет нарушит, смоет с себя всю защиту и будет подвержен предательству, обману. А еще 20 января проявите предельную осторожность. В этот день люди намного больше, чем в другое время, поддаются внушению. В таком состоянии могут согласиться и подписать что угодно. Если сегодня в полдень будет светить яркое солнце, то весна ожидается ранняя. Пасмурная погода и сильный снег 20 января обещает, что летом и осенью будет богатый урожай. А снег сегодня обещает дождливое начало лета. Удачи вам! Увидимся на следующей неделе. Добро пожаловать в Макси! Бытовая техника, ювелирные украшения, нижнее белье, парфюмерия и игрушки. Большой выбор и отличные цены только для вас. Уютный шопинг для всей семьи без очередей. Макси – пожалуй, лучшее место для покупок. В любой день недели, в любое время года в Макси всегда хорошая погода.